Уже почти месяц продолжается учебный год. Педагоги делятся своими ценными знаниями с подопечными. Время не стоит на месте. Развиваются новые направления и учебные программы. Например, в Мариинской гимназии процветает институт наставничества. Наша съемочная группа побывала на занятиях в знаменитом учебном заведении. Уроки литературы и географии теперь проводятся в новом формате. Молодые преподаватели учат ребят под руководством заслуженных учителей Ульяновской области. Науку о земле стали преподносить еще интереснее, чем в прошлые годы. При помощи специальной программы на смартфонах дети познают мир в 3D-формате. Семиклассникам интересно и не скучно, тем более с двумя педагогами в классе. Мы сегодня с помощью телефона оживляли картинки, то есть планеты, животных и так далее. Ну, немного интереснее, потому что все рассказывают по-разному. Вот Татьяна Евгеньевна нам рассказывает, ну, мы уже привыкли ее слышать, а сегодня мы узнали что-то новое. Нам другой учитель, можно сказать, рассказал вот эту новую технологию. Подход к обучению изменился в прошлом году. Как известно, на территории Ульяновской области был принят закон о статусе педагога. В него вошли необходимые для каждого учителя меры поддержки. В частности, гранты на стажировку в лучших столичных и зарубежных вузах и компенсация затрат на оздоровительный отдых. Преподавателям также обеспечили плацдарм для научной деятельности. В нашей губернии создана ассоциация учителей-наставников, учителей-исследователей и учителей-методистов. Таким образом, учителя, которые выиграли данный конкурс, а это был конкурс, и конкурс нелегкий, стали победителями и теперь реализуют свои возможности с тем, чтобы то, что они умеют, знают, хорошо у них получается, можно было передать молодым педагогам. Так называемый час наставником проходит не только в городских школах, но и в районных. В Базарно-Сызганском и Меликесском уже ввели новую программу обучения. Свежие веяния добрались и до Димитровграда. Институт наставничества входит в приоритетные направления нацпроекта «Образование». Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости УлПравда ТВ.